Так, делаем обход. Нажимай быстрей кнопку. Да ё-моё, ну... Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Dark Dragon, Сенка. Пацаны, поздравайтесь. Всем приветики, омлетики. Здорово, аниматроники. Сегодня у нас очень крутая рубрика «Аниматроники пугают охранника». Серега будет играть за аниматроника, а мы будем пытаться выжить. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ребята, если вы поставите 2000 лайков, мы снимем в следующий ролик рубрику «Какой аниматроник самый быстрый?», потому что мы скачали новые пилпаки. Сейчас вы все в этом ролике увидите. И вернули даже старых. Sister Location. Нав 6. Нав 6. Слышите, это музычка? Аниматроник выходит на охоту. Это ты, Серега, постоянно музыку эту запускаешь? Ё-моё, так дернулся, у меня чуть кишки из жопы не вылезли. Ты псих. А я в маске был. Да ну, Серега, это же честно. А что? Давайте маску опять берем. Бери маску. А мы не... Ладно, давай, сиди там. Ты кон. Дима, знаешь что, я не буду рисковать жизнью. Поживи там один. Давай, сиди там. Открой. Да нет, ты же сказал, что ты идешь, иди. Ах ты. Ладно, ладно, ты же ушел. Пароль скажешь, я тебя впущу. Дима, стоп. Слышите? Этого психа. А где он, где он, где он? Выпустить тюремщика, который живет уже год здесь. Какого тюремщика? Ну вот, посмотри. А, заходи. О, ты слышишь? Ого, что-то серьезно произошло. Там даже Сенка обосрался, кажись. Серега, что это за аниматроник такие громкие звуки издает? Увидишь его скоро. Да? Да. Я хочу посмотреть, увидеть. Я внимательно буду смотреть, где ты. Если честно, то немножко страшно. Потому что Серега это такой неадекватный. Вот. Ну, как я о чем я и сказал, что неадекватный немножко аниматроник. А, вот кто кричит. Кстати, он Серега очень еще и быстрый на shift. Будем их тестить. Это просто младший брат был, сейчас старший придет. Да ну нафиг твоих братьев. А ты убил за то, что был без маски, да? Да. Блин, не успел доли секунды одеть. Вроде даже начинал. А я хитрый. Ой, прощай. А не, не прощай. Идет, 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 идет. Маску одеваем. Спокойненько стоим себе в коробке. Ты чё такой громкий, Серега? Ого. Ты псих какой-то. Где он, где он, где он? Сценка, ты дурак. Ты чё без маски бегаешь? А он самоубийца, он очень себе уверен. А я не уверен, я лучше в маске посижу. Сенка такой думает, ребята, я вам сейчас покажу, как надо проигрывать. Да, так, да, на да. Улице, ребята, гром начался, идет дождь. Кто-то, кажется, только побежал, так сильно загремело все. Кстати, эта карта FNAF 3, она двухэтажная. Это очень крутая карта. Мне нравится, что можно на лифте спуститься. О, идет. Так, делаем обход. Нажимай быстрей кнопку. Да ё-моё, ну блин, на секунды, ну Серега, ты... Мне кажется, ты даже там нечестно нажал. Ладно, ладно, честно, мы не успели закрыться. Дим, ты заметил этого попугая? Да. Покажи, где? Убежал сейчас. О, хорошо. Кстати, это новый пилпак, мы его ни разу не видели. Слышите? Ладно, делаем обход. Так, Серега, мы спускаемся, на всякий случай. Делаем обход. Вот попугай, ребята. Очень крутой аниматроник. Да я же одевал маску, ты что, не видел? Вот Серега психопат. А без маски был. Моя школа. Ну чё, вы погибшие. Погибшие, потерпевшие. Да, потерпевшие. О, Дима, он лифтул. Так. Пусть вас убивает. Сенка дурачок поехал с ним. Молодец, Сенка, моя школа. Я слышу, там кто-то катается на лифте. Я говорю, Сенка, а вот и... Поломаете. Так. Он нашего... О, пришел, спринтрап.
выпустите. Давайте посмотрим на него, он очень красивый. Тут у него немножко глаза подзаедают. Так должно быть. Так должно быть? Ты уверен? Может быть. Ой. А я тут при чем? А это скажи спасибо Сенка, он меня ударил. Ну Сенка, ну зачем ты его ударил? Что ты не ударил? Так, отлично. Пошли. Так, здесь нема воров, чтоб не украли склад у нас. Мы же охранники все-таки. Так, здесь все стоит. Никто ничего не украл. Все хорошо, холодильник лежит. Слышите? А что это скрипит? Это Эндер сечет, Дим. Да? Тут... Он такие звуки стрёмные издает. Сейчас я к вам приехал. Так. А вот и я. По рации передали, что здесь кто-то лазит. Какие-то движения здесь были. Слышите? Что за звуки? А за что? Скажи спасибо Сэнке, без маски был. Сэнка, ох, Эннард, он такой крутой. Ты Сэнка дурачок. Классный. Серега, у тебя 830 тысяч жизней? Да. Да. Это самый жирный из всех, походу, аниматроников. Не, есть пожирнее. Есть там вроде девятки даже. Ах ты, за что? Сэнка без маски. Сэнка, ты задрал, из-за тебя нас убивают. Неадекватно, что ли? Привет, Дима. Так. О! Дима, бойся, Сэнка, он без маски будет ходить, он без... Ой-ой-ой, лолби, да? Так. Ты чё такой психованный? Блин, сейчас вот без маски он опять нас убьёт. Ну я ж сказал, этот псих задрал. Сенка. Так, по-моему, без маски опять был. Смотри, сейчас опять умрёт. Сенка дурак. Дим, пошли в подвал. Подвал? Да. Идем, там очень круто. И там страшновато, кстати, находиться. Там такая музыка стрёмная играет. Мы сейчас нам ждут нас уже гости. Отлично, идемте. Опа, о, это Фредди. Ой! Фокси, ты чё? Я проверил, о, шаришь ты или нет. Видишь, тоже шаришь. Да ну вас нафиг. У него такие штаны порваны, весь такой поцарапанный. Ого, что за звуки? Это он что-то сделал. Нифига себе, тарахтят бутылками кто-то. Походи. Ай, хвы жопу, вы меня оставили! С этим убийцей, который меня смотрит прямо в глаз, смотрите. Это реально стрёмный челик. А, так, я сейчас уезжаю точно. О, привет. Все, я в офис. Так, отлично. Ой. Так, 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 Серега, только не мочи, пожалуйста. Я свалил. Тю, я что, опять в подвал приехал? Да что ж такое? Едем. Да, блин, ехал, ехал, ехал. И приехал в подвал. Что за говно? О, привет. Локси. Дима, это Карусси называется. Да? Да. Так, надо как-то зайти в шкаф. Отдохнуть от маски. Ты сейчас задохнусь еще. А я буду... Отлично. А это кто? Подожди. Так, где мое оружие? Серега? У него сразу гитара есть. Он музычку нам решил залобать? Ну. Где он? Вот, вот он, вот он, вот он. Передо мной Дима, Дима. Пока, Дима. Отлично, его пригвоздил. Я его пригвоздил. А где он? Исчез. Слышь, ты, так Серега, это же нечестно. Да ты улетел на В. На В улетел. Он не хотел, чтобы его убивали, что ли? Убили. Опять Сенка. Он на спавне, Дима, где-то. Да? Должен пригвоздить. А где он? Я его не вижу. Он где-то пригвожден. Пригвожден? Ах, тварь, а. Сынка, спасибо. Чтоб тебе спалось на одном боку. Это спасибо, скажи всем. Ух ты, блин! Ё-моё!
Слышь, я знаю, где ты живешь, я тебя найду и убью. Опа. Серега, вот только, пожалуйста, сейчас ты не убегай никуда. Ты понял? Потому что я тебя должен убить. А если я тебя убью, я буду очень рады. Так, подожди, подожди, а чем же тебя убить? Я знаю, чем. Чем? Давай, иди вот это. Не-не, давай лучше другим, давай лучше его заморозим. Давай. Слышь ты, иди сюда. Ах, это же нечестно, согласись. Сережка. Это же нечестно. А это вот это тоже нечестно. Почему? Ребята, ну как его заморозить? А за что? Я не виноват, что радиус убьет. Да какие радиусы? Серега, ты думаешь... Блин, я буду тебя запоминать, как тебя убивать. Я его поймал почти. Да смотри, оружие выбиваю, выбираю, чтобы его убить. Сережа. Есть. Дима, ты дурак, по мне выстрелил. Есть. Не, я не по тебе выстрелил, а по всем. Ого, тут колбасится коробки, смотрите. Из-за того, что идет урон по всей карте. Ого. Хочешь сказать, ты по мне выстрелил и все сдохли. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.